Держи! И убирайся отсюда! Живо! О, черт! Черт! Охренеть! Ладно. Боже мой. Ладно, Эм. Ну-ка, давай. Надо идти туда. Thank you.
этого еще? Откройте, откройте! Открывай скорее! Это М! Запри дверь, боже, запри дверь! М, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как резаная. Ты цела? У тебя лица нет. Там было что-то. Где мы? Давай, садись, садись. Там что-то. Вы разделились? Там монстр, монстр! Стой, стой! Какой еще монстр? Я говорю, там что-то есть. Эш, успокойся, это Джош, это все Джош. Нет, 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 послушайте. Мы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Эм, расскажи, что там случилось. Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку, а она рухнула, просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой, в какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей, и когда вышка упала, мы провалились туда, прямо вниз. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Я шла под землей в шахте, там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бет. Стоп, что? Я нашла голову Бет. Господи. Ни хрена себе. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна, она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте, без еды и воды, пока ее все искали. О, боже. Кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, Господи, еле живая. Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили. Эм? Опа. Это еще кто? Джош. Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо. Готов? Mm-hmm. Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет и открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Не с места! А ну-ка, стой. Стоять. Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Вот Вашингтону удивятся, когда услышат. Ну, гора — это не моя, ты прав. Но и Вашингтона здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот. Я же говорил. Он преступник. Сто пудов. Тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет.
Не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет. Я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг, и я его подвел. Нет, это он тебя подвел, и всех нас тоже. Плевать, я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Идти одному — самоубийство. Ладно. Остальные, идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? Да, понятно. Иди за мной и делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис, береги себя. Поживее, сынок. Я скоро вернусь. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ну, сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Ужас какой. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемы или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. А? Почему? Я не спрашиваю. Вот ужас. Есть какие-то средства от Вендиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли. Так точно почуют. Ну, хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Но они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока я не двигаюсь, я типа невидим. Ну, я не советую проверять на себе. Только если совсем не будет выбора. А раз эти Вендиго раньше вроде как были людьми, может, в них осталось что-то человеческое, а? Ну, кое-что, конечно, осталось. А это правильно их убивать? Что, если их можно вылечить или... Они теряют свои права, как только начинают есть людей. Их нельзя вылечить, нельзя спасти. Но если они все еще люди, разве можно на них нападать? У тебя есть выбор. Либо он, либо ты. Можешь, конечно, его пожалеть. Он тебя точно не пожалеет. А... Черт! Эй,
Что с ним случилось? Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша, может он здесь. Сначала Виндиго тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. Стой! Не двигайся. Очень тихо. Живо! Твою мать! Какого хрена? Назад! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! О, черт! Получи! Черт! Почему так долго? Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? Его убили? О, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. Кошмар. Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет, правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм, что? Хрен с ним. Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтеры остались внутри. Господи.
Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. И не знаю, что это значит, но я нашел там стул. И на нем была запекшаяся кровь, как будто кого-то пытали. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм, что это? А? Что? Что это? Эш. Господи, боже мой, только не это. Да какой ничего, ужас, ну подумаешь, мой. Укус. Укус? А чей укус? Ну это... Вендиго. Что? Ну правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да, это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Вендиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай. Ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребят, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Вендиго тут же меня разорвет, как разорвал того... Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Эй, ладно. Эй, Майк, остынь! Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Мы все в опасности, пока ты здесь! Нет! Мы все! Нет, нет, не надо! Мне очень жаль. Я не могу. Господи, ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин, чёрт. Следите за ней. Если хоть что-то пойдет не так, что делать знаете? Да. Ждите здесь. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Болит? Я думала, он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет. Это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Да он же ненормальный. Thank you.
Тут очень давняя история. Тут сказано, что поскольку Виндиго мутируют из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Нет, 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 нет. Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что, что ты сказала? С тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Но не убил же. А эта сука только рада. Не надо. Она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Хватит. Никто не знал. Слушай, хватит. Даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Прости меня. Ну, пожалуйста. Черт. Нет, нет, нет. Нам нужно к Майку. Срочно. Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться, помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так с ними? Джошуа, объясни, за что? Они не хотели ничего плохого, чтобы так намеренно совершили глупую ошибку, и твоих сестер постигла трагедия. Никто не хотел, чтобы так случилось, но так вышло. И они раскаивались, по крайней мере, пока ты не устроил им эту пыточную камеру. Надеюсь, еще не поздно раскаяться, Джошуа. И что твои друзья, если они впрямь тебе друзья, могут спасти тебя от того, что будет похуже смерти.
миротворцы? Делись волки. Гаси. Thank you.
Теперь найти виллы и собрать толпу. Годится.
Привет, дружище. Рад меня видеть, да? Привет. Я тебе очень рад. Ну ты хороший. Ладно, друг. Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Молодец. Ладно, дружок, успокойся. Я так не могу, волчок. Похоже, я тут застрял. Что я могу? А, дружок? Ты тварь. Охренеть. А что же я тут ввязался? Место. Охренеть.
А двери здесь бронированные. Тут буйных, что ли, держали? Кошмар. Смотреть противно. Здесь такое происходит. Чтоб я сдох, не верю своим глазам. Охренеть! Thank you.
Умирай, мразь! Черт! Охренеть. Нет, этого просто не может быть. Кто здесь? Черт, черт, черт! Черт! Где ты? Черт. Какого? Что? Меня хватит на всех! Да, черт.
Черт! Так, и что тут у нас? Дружок, иди сюда. Не бойся. Ладно, дружок. Мы с тобой еще увидимся.